Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Bridge Constructor Portal. Так, ну и ребят, короче, такая ситуация. Вот, я уже записал серию, записал серию, прошел парочку уровней. Вот, но запись просеренькалась у меня, поэтому я сейчас, ну, пройду их повторно. Вот, я себя очистил. Вот, все наши эти, ну, то, что я строил. Вот, прошло несколько дней с того момента, как я это все делал. Ну, ты даже больше, несколько недель уже, наверное. Да, несколько недель. Вот, поэтому я уже не помню, что я тут строил. Я себе очистил как бы уровень, ну, старался не запоминать. Вот, поэтому сейчас, можно сказать, пройду еще раз. Вот, как я это проходил, уже не помню. И надо бы вспомнить, между прочим. Ладно. Давайте построим вот этот... У нас он летит. Нам знаете, что надо? Нам надо, чтобы он летел... вот сюда летел. Вот этот шарик летел сюда. Вот так вот так. И все будет нормально. Угу. Но это, конечно, надо все закрепить и отрегулировать. Нет, значит, немножечко угол подровнять, я не знаю как. Как-нибудь. Плохо. О! Идеально! Так, с этим мы проблему решили. Ну, у меня уже, извините, колонна, да, проехала. Вот. Шарик успевает подняться, автомобиль успевает пролететь. Вот, и, собственно, все. Теперь что осталось? Вот тут вот я помню, я мучился, по-моему. Хотя, может, и нет. Может, и не особо мучился. Тут нам надо... Может быть, не на этом просто уровне. Тут нам надо построить мост. Вот, и этот мост у меня, по-моему, постоянно падал, скотина. Так, вот тогда вот так вот опустим. Это как-нибудь поддержим. Тут, наверное, как-то так все это мы придумаем. Вот, нам надо пройти, собственно, знаете, до какого в этой серии? До 22-го включительно, ребят. Вот, потому что я уже дальше там прошел. Вот, и запись, ну, скоро выйдет. Там ближайший день. Может, несколько дней. Я еще подумаю, как я их буду распределять. Вот, а это надо все сделать. Я же не могу выпускать вперед. Но я не знаю, пока, наверное, как-то так, что ли. Я вот не помню, у меня эта конструкция съезжала и не держалась нифига. Ну сейчас, кстати, вроде более-менее едет. Давайте, ну сначала одну протестим. Потом можно будет сразу колонну запустить. Наверное, эта серия все-таки будет не такая длинная. Вот, потому что... Да. Ну, одна проехала, я думаю, все остальные тоже легко проедут. Вот, я еще что глянул, тут, к сожалению, сохраняются, ну, наши постройки. Поэтому я сейчас перед серией, ну, себе поставлю на паузу, быстро очищу. Вот, и продолжу. Ну, не буду запоминать, как я там что делал. Вот, сейчас ставлю на паузу, и мы продолжим. А, нет, слушайте, вот тут вот я... Я себе, короче, ну, я думал, не сохраняются, а они сохранились. Вот 20-й, а почему-то предыдущий 19-й у меня, ну, в первозданном этом возник. Вот тут вот я все очистил уже себе, и оно как бы не сохраняется. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, давайте вспоминать. Ой, а вот это вот я уровень помню, это, знаете, это ёбаный уровень, ребята. Он очень сложный. Я вам отвечаю, я столько мучился. Вот этот уровень я зря, конечно. Блин, ну это...
Я не хочу его заново проходить. Он очень сложный. Тут нужно соприкосновение этих двух шариков ёбаных. Это самое сложное, ребят. Вот с этими шариками я просто ненавижу. Как-то я ведь... Я ведь как-то хитро это все делал. То ли на нитках, то ли хрен его знает как. Блин. Ой, чё я сейчас тут промучаюсь, ребята. Надо как-то все так делать. Вот тут вот. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот тут, да? Да, от этого сколько? Раз, два, три. Четвертый вот тут. Так. Блин. Вроде все так же сделала, выглядит как-то криво. Да. Почему? А. Четыре. Вот так вот, потому что. Да? Так, ну вверх они улетают дружно. Теперь надо, чтобы они также дружно летели вот сюда. Пока не знаю. Я строю не так, как у меня было до этого, потому что как было до этого, я, ей-богу, не помню. Хрена с два, да? Но тут сейчас я буду играться с углом. В прошлый раз у меня очень сложно они летели. В этот раз я также не повторю, я боюсь. Нам нужно, чтобы они попали вот сюда, ребят. Не просто сюда, еще и сюда. Так. Еще разок. Ну вот видите, что происходит? Сраные миллиметры, а? Сучки. Это надолго, ребят, вот этот уровень. Реально сложно. Приходится сидеть, читать, тестить всю эту фигню. Но я надеюсь, что мы найдем правильный угол. Еще, да? Стоп, что-то. И все ровно. Я уже не знаю. Идеально, ребят. Идеально. Так, с этим разобрались. Теперь, что по машине? Давайте посмотрим. Вот она едет. Все, я вспомнил. Тут надо как-то сделать. Бляха-мух.
Примерно по этой нитке они летят, да? Это надо, чтобы еще машины тут перепрыгивали в этих местах. Ладно. Забыл уже про это. Так, ну тут, я думаю, не так сложно будет реализовать. Да. Ну-ка. Блин, ну тут, конечно. Да. Блин. Чё я делаю? Блин, надо отрегулировать. Поехали. Ну, одна проедет с колонной, пока не знаю, с колонной вряд ли, но хотя бы одну пока сделаем. Так, ладно. Где говорить? Да блин, какого хрена? Где-то тут, да? Где-то тут они пролетают. Вот так вот. В этом месте, да? Спокойно. Вот тут он пролетает. Это место. И тут спокойно, да? Но я фиг знает, что из этого получится. Пока что без опор. Вот сейчас, конечно... Надо будет укреплять уже. Так, на нитках, что ли, подвесить? Че, как это все сделать? Вот так вот, например, да? Ладно, поехали. Ну, вроде держится. Ах ты, зараза. Регулировать надо. Ну-ка. Да. Ой, а что тут не приделано? Хорош. Нитки, нитки, нитки. Красава. Ладно. А что вот это у меня такое? Что тут? В смысле? Что за хрень?
Что за хрень, что за лажа? Поехали, колонну запустим. Вот тут вот проблема, да? Да. Так, ладно, эта конструкция мне не нравится вообще целиком и полностью, поэтому... Ну, сорян, конструкция. Как бы мне тебе так сделать по-хорошему, а? Чтобы тут все нормально было. Да и вообще. Так, ну с этим, допустим, мы разобрались. Что мне с этим мостом делать? Это тоже скотина рушится. Тоже скотина рушится. Так. Блин, что ж ты такой слабенький-то, скажи мне. А чё тебе мешает? Ну, я не знаю, давайте еще разок. Нормально. Сука. Сука, 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 сука. Гадина лысая. Поехали. Блин, ну один говнюк все испоганил. Поехали еще раз. Они как-то там ударяются так неудачно. Как-то они тут так ударяются. Хрен из два как. Так. Ой, что я сделал? Ну, чувак, ну что ты сделал? Блин, ну вечно один этот мудак какой-то в конце. Что ж ты такой этот невезучий чувак? Едь нормально, а? Может, вообще ничего тут не делать, я не знаю. Угу. Получается вот такая вермишель, да? Ничего не делать не получится.
Как же сделать хорошо? Вот. Идеально. Ну чё за фигня? Ну у вас всё нормально всегда здесь было. Уроды. Ни в одном, так в другом месте начинает фигнёй страдать. Что за лажа, блин? Я не знаю, что у них в прошлый раз произошло, но мы проехали с колонной. 20 уровень пройден, поехали 21. О, отлично. Туда-сюда. Туда-сюда. Ну, тут, по-моему, все достаточно просто и очевидно. Ну, как по мне. Делаем вот такие вот конструкции. Так. Ну, в принципе. Дальше нам нужно построить второй этаж. Ой. Как так? Строим второй этаж. Ну, в принципе, то же самое все. Еще вот так вот сделать. Для красоты. Для красоты эффекта мы сделаем еще вот так вот. Мы себе это можем позволить, мы это сделаем. Так. Так, так, так. И тут вот еще как-то вот так вот надо. Так, ну давайте затестим, что у нас получается для начала. Ну, тут все, по-моему, идеально едет. Да, строим дальше. Строим третий этаж. Третий этаж. Этаж. Так, так, так. Так, так, так. Ой. Малесь неровно. Так, 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 так. Ну-ка, стоит. Ну, уже на самом деле напрягается конструкция. Мы могли бы ее поддержать сверху, но мне кажется... Мне кажется, и так все нормально проедет. Вообще спокойно. Я сразу колонну запустил. Ну, хули тут. По одной. Ну да, конструкция держится. Можно было бы ее еще сверху усилить немного. Мы даже не стали этого делать. Вот. Все и так идеально. Достаточно простой уровень. Тут особо думать не надо. Вот 22-й финальный. Финальный левел. Это я себе так ставил. Текс. А вот тут я не помню, как проходили мы... Тут, по-моему, ну, он въезжает в этот, выпрыгивает сюда и вылетает сюда. Все логично, не правда ли? Но все ли так просто? Не знаю. Не знаю, насколько все это просто.
Так. Не знаю, муниция это держаться, не будет все это держаться. Да вроде держится. Так, поехали, посмотрим, как оно. Ага. Нам надо, знаете что? Нам надо сделать вот так в таком случае. Чтобы он проехал и разогнался сильнее, что ли. Или ФЗ. Наверху ничего строить мы не можем, да? Вообще ничего не можем. Плохо, что ничего не можем. Блин. И это победа, да? Ну, это победа. Запускаем колонну. Главное, чтобы они не мешали друг другу. Но они вроде не мешают. Блин, ну вот один мудак какой-то там все испортил, по-моему. Все, один мудак и все к чертям поехало. Блин, ну почему я тут не могу построить? Ну не. Сучки. А что же так? Можно по-другому как-нибудь. Пожалуйста. Пожалуйста, по-другому. Твою налево. Еще раз. Ай! Блин, мы их слишком разогнали, это плохо. Теперь они врезаются друг в друга. Вообще не дело. Блин, точнее, не друг в друга, а в этот. Надо как-то немного изменить ему угол приземления. Слушайте, а может быть... Я вот в прошлый раз делал, вот сейчас, ну, как сейчас делаю. Может быть, мне стоит наоборот их того... В прошлый раз они у меня, ну, так же вот сюда выезжали, отсюда вылетали, я просто помню.
как у меня это было. Возможно, мне стоит, чтобы они вот так вот приземлялись и туда улетали. Но я так не пробовал. Мне почему-то в тот раз на ум этот вариант пришел. Ну хз. Может быть, так и правильно на самом деле. Я вот сейчас делаю. Ну нет, они, видите. Может быть, я и пробовал, конечно, так, но получилось не очень. Если тут подрегулировать угол. Вот тут они, тут у нас было это, они слишком сильно улетали, а сейчас они наоборот слишком слабо, они приземляются не очень, видите. Сейчас нам надо, чтобы они идеально приземлялись. Да нет, фигня, это все, они не долетают никогда. Это все фигня, ребят. Действуем по старому плану. Скотины. Не, ну вот это, конечно, вообще не дело. То, что я тут так сделал. Блин, ну вот опять этот расчет на миллиметр, ну. Ой, ну хорошо. Хорош. Кажется, нашли. Кажется, нащупал я. Сучка! Сфигали! Да сфигали, дебил ты! Блять, мудила какой-то там лысый! Из-за одного мудака все сбилось к чертям. А ты ведь хрень, а? Чтоб тебя. Не знаю. Чем это нам поможет? Какой кошмар. Ой, как же это напряжно с этой колонной. Ой, хорошо летят. Ну что случается с вами? Ну ёптить, ну почему? Тупые ублюдки, а. Я не понимаю, что случается. Они вроде и не врезаются. В каком месте? Что не так? Блядство.
будешь делать нормально или нет, а? Трындец. Господи, ну пусть получится все идеально, а. Последний дебил. Давай, лети, сучка! Фух, его засосало. Спасибо, что его засосало. Фу, как-то так вот, как-то так. Блин, я думал, когда начинал запись этой серии, такой вот спонтанной, необычной, что... что мы быстро пройдем эти уровни, что у меня уйдет на них минут 15 максимум, эта серия будет короткой, и в итоге мы провозились в ней, как я провозился в первый раз, потому что вот этот гребаный рандом, это, конечно, совершенно и не дело, вот, и вот с этим я, ну, в прошлый раз я точно столько не возился, я бы запомнил, вот, зато другой уровень, с которым я мучился, в этот раз прошел я быстро. В общем, все, давайте на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Вот, там уже отснято, знаете, до какого? Я вам сейчас скажу, до какого. У меня уже отснято до 38 уровня, а мы 21 сейчас проходили. 22. Вот, поэтому серии будут выходить, все будет нормально. Вот, игра не забыта. Вот, игра просто была отложена на какое-то время. Ну, потому что, да, бывает так вот, я бывает откладываю. Вот, некоторые игры, случается так с ними... Как бы, ну, не было для них времени. Вот, но ни одна игра вот так вот, что у меня выходили, но не пройдены до конца, она не забыта, ребят. Все такие игры, они будут пройдены до конца. Ну, или я скажу, вот, серии, которая выйдет, что игру мы проходить дальше не будем. Вот, если... В таком случае, да, конечно, она дальше проходиться не будет, но если я такого не сказал в последней вышедшей серии, значит, серии вы можете ждать. По той или иной игре, просто игр очень много, вот, когда-то хочется в героев, когда-то вон в GTA Vice City, которую мы уже не знаю сколько времени проходим, но GTA я сейчас буду заканчивать, например, да, вот, я за нее так усердно взялся, вот, тут тоже я посмотрел, немного тут уровней, вот, с этой игрой тоже особо затягивать не будем, потом возьмусь за Life is Strange, я про него тоже помню, вот, еще у нас там Skyrim-чик, Растение против зомби, Kingdom Rush, вот, отснят уже надо выложить. В общем, все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Ну а с вами был Чинно Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.